Здравствуйте, меня зовут Ирина Лисовская, мне 72 года, мой рост 166 сантиметров, размер одежды 52-54, обуви 39-40. По образованию я режиссер театра и актриса. В 79 году я закончила Институт культуры имени Крупской в Ленинграде, режиссерское отделение. После этого я по распределению поехала в Иркутск, там я в училище преподавала сценарное мастерство и режиссуру, набрала курс, ставила с ним спектакли. После двухлетнего пребывания в Иркутске я поехала в свой родной город Мурманск. Там я создала два театра. Театр-студия «Актер», это 80-е годы, он был очень, в общем-то, известен. Также музыкальный театр «Фантазия». После этого я переехала в Псков, там работала в филармонии. Я играю на гитаре и пою. После Пскова я переехала в Подмосковье. С 20-го года снялась в некоторых проектах. Вот несколько из них, последние. Это «Склифосовский», 10-й сезон, 7-я серия, и «Первокурсница», которая еще не вышла. Также я снялась в «Знахарке», в «Слепой», а потом «Прабабушка легкого поведения», «Белый кит» и «Социальная реклама». «Не верьте слухам» называется. Вот чего я хочу. Я хочу сниматься в кино, как каждая актриса. Я не знаю, не помню, я говорила, что я играю на гитаре и пою. Вот. Так что можете приглашать, я буду очень рада. Я человек ответственный. Всего доброго, до свидания.